Привет, друзья! Ну, как-то так. Весна пришла. Глаз все равно нет. Ну, стараюсь. Вернее, наверное, все стараемся мы хорошо выглядеть. Еду в мясной отдел, надо купить фарш. Хочу суп с фрикадельками сварить. Да буду теперь, кухню закончила, буду наводить порядки в сараях. Лицо обветрилось. Погода солнечная. Ну что такое, мой хороший? Одела этот пиджак, он, конечно, не фурычит, красные бриджи на мне или штаны. Вот. Ну, просто вместо куртки. На улице, правда, очень жарко сейчас в машине. Глаза не могу никак поставить. Лицо опустилось. Ну ничего, друзья. Переживем. Сейчас покажу себя. Так, я не мутная, нет. Сейчас надену белые макасы. Надела красненькие бриджики, вот такие в обтяжечку. Футболки вот я буду просто дома ходить. А это вот может раза два надела, и все. Сейчас беленькие макасики надену, сяду за руль и поеду. Мелочи. Столько мелочи дают в магазинах. Вообще. По копейке. Вообще, бумажных с гривнами вообще проблема. Вообще проблема. Девочки, я не знаю, кто давно меня смотрит. Значит, я была на Курчатова где-то 2 или 3 недели назад. Была я. Кто не знает, Курчатова, это такой, знаете, блошиный рынок. Люди выносят. Ну, вы знаете, барахолка, в общем, да. Допустим, кто выкидывает, а кто на барахолку выносит. Значит, вот этому кольцу лет, наверное, 12, уже, наверное, 13. Вот посмотрите, какое колечко. Вот, я покупала его тогда, сейчас вам скажу, ну, наверное, на гривну аж ходила, да. 3 гривны я взяла на барахолке. Девочки, какое мне было удивление, когда я увидела, я просто, знаете, не до этого война, ну, не до этого было, на барахолке увидела вот такое вот, вот такое полностью кольцо. Один в один. Просто розовый камень. Знаете, ярко-ярко-розовый. Ого, слезится. 1000 гривен. Представляете? Ну, здесь очень хороший металл. Я когда-то с ним вообще не расставалась. И хочу вам сказать, его сейчас носит Людмила. Представляете? Носит Людмилка. Я в итальянских сережках, которые Люба привезла с Италии. Знаете, весна, хочется выглядеть так, более-менее. Знаете, поярче, чтобы настроение себе поднять. Так, ладно, я поехала. Ну, пришлось надеть тепленькую, потому что вышла только что на улицу. Ага, прохладненько. Так что я в тепленькой. Кудря. Нарядилась. Так, фу, хватит. Чуть-чуть показалось. Знаете, что хотела сказать? Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто подписался на мой канал вот за вот эту последнюю неделю. Спасибо вам огромное. Вы мне пишете с разных стран по определенным причинам, которые уехали с нашей страны, люди спасают свои жизни. Естественно, пишут женщины, девочки, я вас понимаю. Желаю всем скорейшего возвращения. Скорейшего. Все вы мне пишете, что тоже хотите заняться на даче и огородами, и домашними делами. Надеюсь, друзья, вернее, знаете, не надеюсь. Может, действительно, скоро это все закончится. Знаете, Не на годы это продлится. И мои подписчики, которые меня давно смотрят, мне много пишут. И Оксана Розенталь говорит, уехала в Азербайджан. Я рада за вас, что вы туда добрались. Я желаю вам тоже скорейшего возвращения домой. Всем домой, девочки, домой, быстрее в свои дома. Иначе ну никак. Иначе никак.
Германия, Италия, тоже огромное спасибо вам. Америка, тоже огромное вам спасибо. Я очень вам признательна за то, что вы мне сделали. Так, в этом магазине ничего нет. Придется ехать километров за 5 от меня, чтобы что-нибудь купить. Но ничего не поделаешь, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Очки снимаю, потому что ни хрена вообще не вижу. Вообще. Еду себя по райончику. Погода светлая, светлая, солнечная. Я вот вышла, ну, когда из дому, так было тепло. А вот когда походила, пока гараж пооткрывала, так я замерзла. Пришлось надеть свою лохматенькую шубку. Ну, сейчас на Ксеневку, вот, на Ксеневку поеду, там есть магазин мясной, может, там что-то и куплю. Хочется радоваться такой погодке. Как хочется погодки, слышите, да? Да. Давай, я тебе купила косточки. Я тебе купила. А тебе есть корм. Кудря. Куки не выходит. А это выходит. Ну все, пошли, пошли, пошли. Пошли, сейчас дам. Сейчас дам, сейчас дам, сейчас дам. Ой, ребята, краску покупать еще надо. Фу. Сейчас дам. Где ты? Где ты? Смотри, так. Друзья, плойку купила. Представляете, на Озерке 600, ну, на рынке. У меня плойка поломалась. Вот, купила за 150. Сейчас покажу. Представляете? Сейчас дам кости. И взяла косточки, пускай погрызет пластиночку. Он же ж привык грызть. Иди сюда, иди сюда. На, на, даже рубать не буду. Ты давай, 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 давай. А ну интересно, справится. Как он любит. Он сейчас разберется, сейчас ее вылежит всю. Да, 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 давай. Если нет, топорчик возьму, порубаю. Ну мне просто некогда, зайка моя. Ай, ты мой хороший, ай, ты мой хороший. Фух. В общем, поломалась у меня плойка. У меня, знаете, толстая такая была. И осталась вот эта вот, которая тоненькая. А она волосы заламывает. Вот эти вот кудри делает. Я этого не люблю. Вот, с кудрями ходить. Челку вообще не крутит. Так, я, друзья, сейчас я сейчас покажу. Сейчас покажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, где ж тут пауза, блин? Магазин «Домовичок», значит, на рынке, в специализированной точке там, потому что сейчас же магазины такие не работают. Вот именно такая 600. 600 стоила. Ну, мы сюда посмотрели, естественно, не купили. Смотрите, 150 гривен. Вы посмотрите. Товстенька такая, товстенька, чтобы были локоны, чтобы просто были чуть-чуть волна, чтобы была, чтобы не было вот этих кудрей. Ну, это всегда надо. Ну, как? Ну, это всегда надо. Ну, я хожу, как это. Ну, смотрите, я вот подкрутилась сегодня. Подкрутилась сегодня вот это и вот. Здесь вот, допустим, хорошо. А дальше оно, заломы идут. И получается, волос раздваивается на несколько половин. Ну, мне не нравится. Не хочу я. Здесь тоже у меня оказалось столько косметики еще с того года. Надо... Куда ты? Надо послаживать. Ой, солнышко, все. Сейчас сварю супик. Купила полкило фарша, друзья, и два яйца. Чтобы фарш добавить, чтобы супик сварить легенький. Так, пошла я к маме, к своей. Тут уже гординку повесила, а здесь надо еще карниз. Карниз присобачить, и будет у меня желто-блакитно. Желто-блакитно. Степаша, упражняешься? О, как грызет, знаете, разгрызает. Ой, столько счастья, да? Давно косточки, 3 дня не было. 3 дня без косточки. А это гуляет полный рост. Дурочка. Дурочка. Вот так, вот так, вот так, вот так. Сил нет у нее. Девочка управляется. Моет полы. Привет, мам. Привет.
вперед. Ну вот, такая легкая-легкая волна. Без этих кучерей подкрасилась и хорошо. Ой, подкрасилась, господи. Подкрутилась и хорошо. Еще кто-то глаза мне дал. Как-то, чтобы еще глаза открыть. Было вообще замечательно. Так, ну вот, нагрелась, подкрасилась. Сейчас там, где видно, вот тут везде белое-белое. Здесь, наверное, будет хорошо видно. Все, волна есть. Я для того, чтобы, знаете, ну, у меня волос тонкий. И он прямой-прямой, но еще же покрашенный. Я для того, чтобы он был немножко... Вот эта вот плойка, она немножко на голове делает объем. Объем. Когда у меня были нарощенные волосы, объем был. Но сейчас это свои, не нарощенные. Так что, как-то так. Ну вот свои. И такие хорошо, что есть. Не растеряла. Главное, чтобы они на нервной почве не выпадали. Так, все, пошла я управляться, варить суп. И погнала я в сарае. Не прощаюсь с вами. Пока. Спасибо, что подписались.